Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ». Математика, 4 класс, автор Чекин. Часть 1, задание 137. Во сколько раз больше нужно заплатить за 9 метров ткани, чем за 3 метра такой же ткани? Поскольку речь идет о такой же ткани, то есть ткани по такой же цене, то естественно, что за 9 метров ткани нужно заплатить больше, чем за 3 метра такой же ткани. Во сколько раз? Давайте выясним, а во сколько раз 9 метров ткани больше, чем 3 метра ткани? Для этого нам нужно 9 метров разделить на 3 метра. Ну, естественно, 9 разделить на 3 – это будет 3, и это раза. То есть мы выяснили, что 9 метров в 3 раза больше, чем 3 метра. Тогда, оплачивая 9 метров ткани, нужно трижды заплатить столько, сколько нужно было заплатить за 3 метра. То есть, другими словами, в 3 раза больше. Поэтому запишем ответ. За 9 метров ткани нужно заплатить в 3 раза больше, чем за 3 метра такой же ткани. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.